из Херсона. С Харькова. Из Иордания. Меня зовут Денис, я из города Харькова. Я в Харькове прожил 5 лет. Для меня это очень важное событие, так как Харьков первый раз принимает марафон. Это будет второй марафон в моей жизни. И хотел бы пробежать его за 4 часа, конечно. Вот моя цель. Я хочу пробежать первым. Мы хотим победить! Как житель города, участвуя во всех процессах, уже подбежали. Приятно, что не надо ехать куда-то далеко для того, чтобы просто поучаствовать в таком празднике. Я очень рад и очень доволен, что буду здесь участвовать. Мне как-то захотелось сделать столько побед для себя, первую победу на первое место. Стартовая отличная поляна, отличная. Харькову, организаторам, всем, что собрали такое большое количество спортсменов в одном месте. Это действительно приятно, что в нашей стране проводятся такие массовые мероприятия, потому что я сам с Одессы, буквально недавно в Одессе тоже был марафон, там намного было меньше людей. Обидно, потому что город тоже большой, миллионник, хотелось бы таких соревнований, таких массовых, поболее. Мне очень нравится настроение, которое здесь вот в спортивном городке царит. Могу сказать, что организация на должном уровне и никаких абсолютно претензий нет. В воскресенье я пробежала марафон в Париже. Поддержка здесь отличная. На дистанции практически везде стоят люди, кричат, болеют. Но все супер, прекрасно. После финиша не бывает плохо. Я не ожидал, что такое количество будет болельщиков по трассе стоять. Прям живой коридор, это подстегивает, когда бежишь, приятно. Поддержка очень большая довольно-таки. Вот, люди аплодируют, это как бы заряжает позитивом и то есть заряжает силой. Настолько реальность превзошла ожидания. Бежать было легко. Вот, я думала, ну, большая поддержка была со стороны зрителей. Вообще супер, спасибо им большое. По всей дороге болельщики вообще подняли дух. Вообще отлично. Организация замечательная, публика очень такая доброжелательная, поддерживала всю дорогу. Я бы, наверное, не пробежал. На самом деле хочу сказать, что действительно атмосфера дуже класна. Підтримка, от я біг по трасі і підтримку я відчував дуже сильно. Дуже гарячими аплодисментами мене зустрів Харків. Мене це дуже радує. You like fire.